Hi crafters, today I would like to show you how to make bean paste. It's very popular fashion Asian paste and I have been searching for this recipe a couple of months and I eventually got it. So to make this flour paste or bean paste, the main ingredients is dry beans. They look like this. You can get it anywhere in any food shop. Then you will need flour, normal flour. I use self-raising flour. You will need cornstarch. Also, we will need glucose, liquid glucose, and tapioca starch, which I bought in special Asian shop, Asian food shop. So, first of all, what we need to do is just soak these beans, dry beans, in water. No water left. Okay. Just, you need cold water. Soak them for a night, from 8 to 10 hours. And the level must be about 5 centimeters above of beans. I don't remember if I mentioned we need 200 grams of dry beans to start with. So leave them for, like I said, from 8 to 10 hours. And in the morning, you can see the difference in size. Like, this is what we put in our pot and this is what we will get in the morning. Big difference. So since I'm Russian lady, I've got to translate this recipe in Russian as well. So, привет, мои дорогие. Чувствую себя более комфортно на моем русском языке. Сегодня я хотела бы показать вам, как делается bean paste, цветочная паста из бобов, из фасоли. Я нашла этот, вернее, искала рецепт этой пасты долго, месяца два точно. Я его в конце концов нашла, но он был видео, кстати, на YouTube. Замечательная вьетнамская леди представила свое видео. Также было описание на вьетнамском языке. Все, что мне нужно было понять из него, это рецепт, естественно. Вот, но так как не владею этим языком, мне пришлось передать это в бюро переводов, и они с любовью, благодарностью мне перевели. Буквально через день я получила рецепт. Ну, самое интересное, что там было два рецепта. Какой из них для цветов, я, естественно, не знала. Пошла по меньшему сопротивлению, и с первым рецептом у меня ничего не получилось. Я забросила это на, не знаю, наверное, недели на две. Итак, ближе к делу. Все, что нам нужно будет сегодня, это белая сухая фасоль. В любом магазине продуктовом можете купить. Дальше. Мука. Абсолютно белая. Тоже в любом магазине. Я вообще купила самую восходящую муку. У меня просто она была. Корнстарч. Крахмал. Кукурузный крахмал. Да. Глюкоза жидкая. И тапиока, мука из тапиоки. Вот с этим ингредиентом я искала, да, в России можно купить, но я думаю, что он продается в специализированных каких-то азиатских магазинах, цена не запредельная, здесь 500 граммов, а нам нужно всего там буквально 10 граммов. Вообще это загуститель. Итак, мы заливаем на ночь нашу фасоль. Для начала нам нужно взять 200 граммов этой фасоли. Заливаем холодной водой на ночь. Высота воды приблизительно 5 сантиметров. И все, и оставляем на 8-10 часов. А утром вы увидите вот такую вот разницу в размерах. Смотрите, вот все, что мы вот положили, это мы получили. Разница большая. Вот на этом как бы этапе мы закончили свою предподготовку. So in the morning, you go and check your beans, and you will see they expanded in sizes. See how big they are now?
If there is no water, you just need to add some liquid just to cover the bean paste. As soon as it's ready, put it on your cooker and boil it for 5 minutes. Doesn't need to be longer than 5 minutes, it will be enough. After that, turn the gas or electric off and drain them and wash them with the cold water. Leave them to cool down because it will be hot, and you need to peel all the skin off. So when it's cooled down, you simply take the bean . See how easy to get rid of the skin, and do all the beans, take the all skins off, and you can see there is new growth. Get rid of them as well, we don't need it. So carry on. It takes, I don't know, maybe 10 minutes. Just keep doing until you finish them all. So be patient. I'll have to translate it in Russian. Дорогие мои русскоговорящие, русскоязычные, русскопонимающие крафтеры, утром проверяем нашу фасоль, она у вас увеличится в разы. Что мы делаем? Если воды не осталось совсем, доливайте воды, покрывая всю фасоль, просто чтобы она была чуть-чуть покрыта. Ставим на огонь, кипятим 5 минут, выключаем, выключаем, промываем в холодной воде, сливаем воду и оставляем, чтобы фасоль остыла. Как только она остынет, мы избавляемся, избавляемся от пленки. Также вы здесь увидите ростки, такие вот маленькие-маленькие росточки. То же самое, удаляйте их. Это по времени много не займет, тут всего лишь 200 грамм было сырой фасоли, поэтому все будет очень быстро и не нудно. Ну вот на этом этапе как бы мы завершаем, когда мы полностью почистим нашу фасоль, оставляем ее вот в таком положении. Все, на этом пока этапе мы закончили. It took me about 10 minutes to peel all the skin off, and you end up with halves. So what we need to do now to boil these halves. So I added some boiled water, maybe 3 centimeters above from the beans, and put it on boil. Boil it about an hour and see how it is going. So you must get very smooth cloudy liquid with maybe some bits in it. So I've got to translate it in Russian language. Дорогие крафтеры, как только вы почистили фасоль, у вас получились половинки, я уже не буду пальцы туда окунать, потому что вода горячая. Половинки. Затем я добавила кипяченой воды и поставила на огонь. Варить будем фасоль приблизительно час, но вы должны постоянно проверять. В конце концов вы должны получить такую мутную субстанцию с небольшими частичками фасоли. Будет похоже как на разваренный горох. Как на разваренную
в нашем случае фасоль. Так что оставляем на час, может быть побольше. Проверим и перейдем к следующему шагу. So, this is result. After left it boiling for an hour, you can see cloudy liquid with some bits left. But never mind, we'll work through the sieve and we'll get rid of all these unbroken parts of beans. So our next step, get a bigger bowl and fine sieve, and be careful if it's still hot. Work very gentle with this liquid. Don't burn yourself. So do it part by part and help to measure through the sieve with spoon. See, we can break all these beads. Then add the rest. That's it. And go again. All bits are disappeared into smooth mesh underneath of the sieve. Now I explain this process in Russian language. Дорогие крафтеры, дорогие мои флористы, кейкмейкеры, что мы сделали? После того, как мы оставили кипятиться нашу смесь, вернее, нашу фасоль час на огне, мы получили ту мутную водицу с частичками неразваренной фасоли. И теперь нам необходима была большая чашка, больше объем, мелкое сито. И как вы увидели, я процедила эту жидкость вместе с фасолью через сито. Но одного раза будет недостаточно, я полагаю, поэтому нам нужно будет вернуть назад. So, I think it will not be enough just to go through the sieve once. So we need to make it at least three times to get smooth, very smooth consistency. So go again. And all our unwanted parts of beans will be in a sieve. So it becomes smoother and smoother underneath of the sieve. Parts left, so throw it away. And do the third time. Go back. And work the same way the third time. So, and we will finish after doing this. Как вы заметили, я прошлась через мелкое сито трижды. К этому моменту наша субстанция с
слегка остыла. Я думаю, даже не слегка, а да, уже остывшая, поэтому сейчас мы приступим к следующему этапу. Мы уже можем работать здесь руками. So the next step, what we need to do, we need to take a clean white cloth and put it over your bowl and put all our liquid, smooth and thick liquid, on a cloth and try to squeeze all this water out of this mass. Для следующего этапа, как вы видели, мне понадобилось белая чистая ткань, вот что-то бумажное в моем случае. Я ее расположила в кастрюльке, накрыла, вернее, кастрюльку и вылила нашу фасолевую смесь. И так как фасоль у нас уже остыла, смесь, вернее, остыла, я могу работать руками. Хорошенечко-хорошенечко отжать. Не должно оставаться влаги, вернее, жидкости в нашей массе. Влага-то будет в любом случае. So, carry on working. Try to get rid of all liquid. So squeeze it all liquid out, and now I will show you what we can get. But now, here is bean paste, but it's not ready yet. The magic will start in a minute. Как вы увидели, я отжала настолько много жидкости, насколько я это могла сделать. И вот такая вот у нас получилась шелковистая масса, как раз таки фасолевая масса. Видите, какая она? Бежевая, мягенькая. Но это еще не конец, это начало, так сказать, нашего процесса, нашей магии. Я покажу вам через минутку. So transfer the bean paste from the cloth to a bowl, and now we'll start our magic. So you will need a bigger bowl and a scale, and by now I will tell you all ingredients we will need in grams. So from the beginning we boiled 200 grams of white beans, but now we will need only 150 grams of pre-made paste. See, you will have extra for the next mixture. And now we will add 15 grams of white flour. Then we will add 10 grams of cornstarch.
grams of liquid glucose. And 10 grams of tapioca starch. So mix all these ingredients together. Oh, forgot. Also, we need to add 10 grams of oil, olive oil, or any other oil. And mix them all together. On until it's nice and smooth and one lump. So it must look like a dough. This is a dough. And this is not the end. We'll need boiling water. And now I will show the next process in a minute. Дорогие мои друзья, вы видели процесс, как я замешивала это тесто. Значит, для этого теста нам понадобилось 150 граммов уже подготовленной массы, которую мы переложили в большую мисочку. Дальше 15 граммов муки, 10 граммов кукурузного крахмала, 10 граммов глюкозы, 10 граммов тапиоки, муки тапиока, и 10 граммов любого растительного масла, какое у вас есть в доме. Я замесила до вот такой вот однородной консистенции. И теперь наше задание будет следующим. Я поставила кипятиться воду в небольшой мисочке. Также нам нужен будет дуршлачок. Сверху установим. И теперь нам нужно будет разделить нашу массу на две части. Завернуть в фольгу. Плотненько в фольгу. И как только у нас вода закипит, мы выкладываем наше тесто, обернутое в фольгу. И нам нужно будет оставить вариться на пару в течение 15-20 минут. So, for my English followers, I divided that dough in two parts. Each of parts I folded in food foil,
and I boiling water. I boiled water. I put sieve above the pot, and I place part of our paste in the sieve. And now I've got to steam it about 15 or 20 minutes. So after boiling for about 20 minutes, take it out of the steaming and place another part and leave it for another 20 minutes. And now we will work with this part. So be careful, it must be very hot. So I would suggest you to leave it to cool down a little, and then we will work with the dumpling, which will be inside. So open up, unfold all foil, and you will see big dumpling, and it actually smells like dumpling. So I've got to translate it in Russia. После того, как вы оставили на водяной бане минут на 2, 15-20, доставайте первую часть, вторую укладываете снова париться, вариться на водяной бане тоже на минут 20. Аккуратненько разворачивайте, и вы получите вот такой вот кусочек вареного теста, так скажем. Большой такой, не знаю, оладик вареный. Пахнет, между прочим, как вареные макароны. If it's still hot, just leave it for a while. You can break it, so it will... Now it's more rubbery. Вы можете поломать это тесто на небольшие части, чтобы побыстрее остыло. Так. И уже такое ощущение, как будто бы наше тесто стало резиновым. Я думаю, что эту резиновость как раз-таки и придает тапиока. Я думаю, хотя могу ошибаться. Итак, немного подостыло. Я могу теперь уже работать с этой пастой. So let it cool down for a while, and you can work with small piece of this bean paste. See? It becomes smoother and smoother, and it has got very silky, how to say, texture, and very smooth and nice. So if it's, yeah, it's all cooled down. So now get them all together and just play like with any flour paste before you start making flours. Как только ваш пирожок пропаренный на водяной бане остынет, собирайте все частички вместе и формируйте тесто вот такими вот интенсивными движениями. Консистенция на ощупь такая шелковистая, слегка теплая. Вот как бы мы приближаемся к концу. So we approaching the end of our process. You can see it's beige color. Very, very smooth. You can add any colors you desire. Just let it cool down completely, and then you can make your flour from fashion Asian bean paste.
let me mention, I don't remember if I mentioned from the beginning, let me mention that I found this recipe on internet and it was written down in Vietnamese language. So thank you very much to Vietnamese lady who kindly shared this written recipe with public. I saw a lot of requested, please can you translate it in English? So I think it will be helpful for any English spoken crafters to get this fashion recipe. Так что вот, дорогие мои крафтеры, мы приблизились к концу. Еще раз хочу поблагодарить вьетнамскую девушку, которая на просторах интернета поделилась записью этого рецепта на вьетнамском языке. Я не больших особо усилий приложила для того, чтобы перевести этот рецепт. Нашла подходящую фирму, отправила имейл. На следующий день имейл получила. Все готово. Thank you very much for my Russian viewers. And thank you very much for my English viewers. And I think I will make another video soon. I hope soon. How to make a flour from this bean paste. Хочу сказать большое спасибо своим русским почитателям, своим русским фолловерам и английским фолловерам за то, что присоединились к просмотру этого видео. И я думаю, что следующим видео будет другое, как сделать цветочки из этой пасты. So, I would like to say, see you later, and see you soon again.